Радиостанция «Физика и астрономия». В век стремительного развития компьютерных технологий есть свои герои, работающие над повышением скорости передачи, вычислений и обработки информации. Владимир Белотелов сделал в этом направлении важный шаг, создав новый многофункциональный оптический материал – магнитоплазмонный кристалл. Меняя магнитное поле в кристалле, можно менять интенсивность света и его поляризацию в десятки миллиардов раз в секунду, что очень важно для оптических вычислений и передачи информации. Также магнитоплазмонные кристаллы способны значительно увеличить чувствительность сенсоров магнитного поля и биосенсоров. Возможно, именно они и совершат ту самую сенсорную революцию, о которой давно говорят аналитики.